Подготовку региона к холодам обсудили на еженедельном совещании губернатора с правительством и главами муниципалитетов. Для безаварийного прохождения отопительного сезона было приведено в порядок почти 2800 котельных, 1500 ЦТП, 40 тысяч электроподстанций и свыше 260 тысяч километров линий электропередачи, вода, газа, теплоснабжения и водоотведения. Степень готовности Московской области к зиме на 13 сентября составляет 98,9%.